Мне очень нравится. Все так чисто, аккуратно, прям хорошо. Все красиво, все прекрасно. Приятно посидеть на скамейках. Очень понравились качели. Завершившаяся в 2021 году реконструкция подарила улице Пушкина вторую молодость. Парящие над землей навесы, широкие пешеходные и велодорожки, развлечения для детей, скамейки, точечная подсветка и даже уличные качели. Такой современной и не похожей на другие стала одна из центральных улиц города. Что нового появилось на Пушкина и как организовано ее содержание, во время рабочей поездки изучил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Жители окрестных домов рассказали, что стараются поддерживать здесь чистоту, сообщают о поломках оборудования. На повышение качества городской среды нацелен одноименный федеральный партийный проект «Единой России». Проект «Городская среда» как раз и уделяет особое внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства. Программа «Городская среда» — это, наверное, самая такая чувствительная, самая объемная и самая непростая программа. И сегодня, как никогда по этой программе, мы остро ощущаем просьбу, требования жителей дальше совершенствоваться. Скрипят качели. Казалось бы, ну, что называется, ерунда какая. Но для этого нужно внести в соответствующие регламенты обслуживание, если здесь еще не внесено вот этих элементов. Депутат обсудил с жителями проблему несанкционированной расклейки объявлений. Владимир Шапкин предложил службе благоустройства продумать место для установки информационных щитов, а для подростков, увлекающихся рисованием на стенах, выделить площадку для граффити. В рабочем порядке решаются вопросы ремонта фасадов домов, выходящих на улицу Пушкина. Все они включены в региональную программу капитального ремонта. Но какой дом будет отремонтирован раньше других, вполне могут определить жители на общем собрании. Мы не случайно ввели положение, наш областной закон, поэлементно делать те или иные ремонтные работы при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Либо это фасад, либо отдельно кровля, либо инженерка. И в данном случае мы вот как раз со старшим домом обсудили этот вопрос. Новая пешеходная улица, которая стала логичным продолжением существующей набережной и улицы Парковой, украшение города и содержаться должна тщательно. Помимо постоянного подметания и увлажнения от пыли, по мнению депутата, не помешает кронирование деревьев, опиловка сухих веток и удаление лишней поросли. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.